что она непрозрачная, а это помещение, в котором находятся, я не знаю, там офисы, в которых работают архивариусы. Они нас видят, а мы их нет. А за этим помещением находится музей современного искусства. Ну, здесь столько художников всегда работало. Места, которые провоцируют на какое-то творчество. Что здесь очень много музеев, в том числе и музей современного искусства.